Вот мчится тройка удалая вдоль по дорожке столбовой. Строчка из русской песни, но в современном мире лошадей на улице быть не должно, говорят в мэрии Ярославля. Мол, лошади – это и опасно, и грязь лишняя на улицах. Отвели для скакунов отдельные площадки. Аналогичная история и с местами для выгула собак. Теперь домашние питомцы на карандаше местных властей. Как организуют работу, будем разбираться в эфире «Другие новости». Я Светлана Доброхотова, и мы начинаем. Коней под арест. В мэрии отгремела традиционная пятничная планерка. Весомую часть времени мэр Владимир Слепцов сегодня потратил на обсуждение лошадей и их заводчиков. И тут же громкое предложение – арестовывать животных и эвакуировать с мест, где катать детей запрещено. Хозяев ждут крупные штрафы. Разработать способы, как это делать, предложили ГИБДД и прокуратуре. Тема незаконного катания на лошадях стоит остро. Во многих городах страны попытки узаконить конный бизнес время от времени возникают и возникают. В Ярославле минувшей осенью были утверждены требования для предпринимателей, зарабатывающих на лошадях. В частности, власти определили 5 мест, где им можно работать. Причем катать детей могут только совершеннолетние лица. Плюс хозяева обязаны убирать за животными сразу же, дабы не портить облик и запах города. Сразу после старта этих новшеств наша съемочная группа отправилась в рейд и посмотрела, как дела обстоят на деле, а не на бумаге. Итак, сентябрь 2017. Конный бизнес в Ярославле начинает новую жизнь. Обсудить новые правила игры в мэрию Ярославля пригласили предпринимателей. Главные претензии со стороны власти – опасность, ДТП и отходы. Но самым распространенным нарушением, пожалуй, остается занятость в бизнесе несовершеннолетних. Девочек, которые когда-то были вот такими, выросли вот такими, решили, что сейчас они заработают на этом денег, а денег нет. Они, естественно, находят девочек, которые согласны работать, отправляют по дворам, и порой и несовершеннолетние бывают. Ну, что скрывать, если все видят? Всего на территории Ярославля определены 5 мест, на которых разрешено заниматься конным бизнесом. Это парки Юбилейный, Нефтяник, Победы, Красный Перевал и так называемые Карпаты в Тверицком Бару. Все предприниматели обязаны иметь ветеринарные книжки и привозить лошадей на рабочие места только в специальных фургонах. Они должны убирать за собой, то есть не осуществлять катание на газонах. Должны предпринимательскую деятельность осуществлять совершеннолетние лица. И правила действуют уже с июля 2017 года. Они приняты в муниципалитете, и, соответственно, все предприниматели должны их соблюдать. Такие места общего скопления людей, как Площадь Юности, Первомайский бульвар и Даманский остров, по словам городских властей, уже никогда не станут объектом конного бизнеса. Мы провели собственный рейд по местам в Ярославле, где часто организовывается катание на лошадях. Это Первомайский бульвар, парк Тысячелетия, Юбилейный парк и вот эта площадка перед мостом на остров Даманский. Ни одной лошади ни в одном месте мы не нашли. По словам предпринимателей, лошадей не только потому, что работать рентабельно только по выходным. Где в субботу и воскресенье кони будут катать детей, остается на совести предпринимателей. К слову, спрос жителей города есть всегда. Итак, перезимовали, и вопрос снова актуален, как никогда. В городских парках и скверах появились лошади с каретами и повозками, хозяева которые предлагают прокатиться верхом. Наибольший спрос, естественно, в центре, здесь же и разнообразное предложение. С таким подходом власти не согласны. Градоначальник на планерке не стеснялся в выражениях. Вот лишь фрагмент его фразы. Цитата. «Представляете, у входа в главный храм навалили, и даже никто не дернулся убирать. Отошли в сторону, ребенка посадили на лошадь, денежку взяли и катать дальше пошли». Негодовал мэр. На охоту тех, кто незаконно зарабатывает на лошадях и на поиск самих животных, мы вновь отправились в рейд. И вот что получилось. Первая точка – это Площадь Юности. Здесь рабочие монтируют покрытие на новой детской площадке. Ну а по соседству, несмотря на будний день, мы с вами можем наблюдать, как много родителей здесь гуляет с детьми. Но, видимо, новость о планерке в мэрии города и грядущие рейды напугали и распугали здесь всех предпринимателей, готовых заработать на катании детей на лошадях. Лошадок не видели? Нет. Лошадок не видели нигде поблизости? Не катают детей? Не видел, нет, не катают.
Весна – это уже вход на Адаманский остров. Жители Ярославля прекрасно знают, что здесь всегда можно найти развлечения и прокатиться на лошади. Так было буквально и в минувшие праздничные выходные. Но вот сегодня вроде и ветра на улицах нет, а предпринимателей отсюда сдуло. Видели здесь лошадки гуляют обычно? Ну, гуляли. Гуляли лошадки в начале сезона. Я видела на набережной. Когда? Ну, может, дней 10 назад. Ну, а вот это уже юбилейный парк, место, где официально разрешено кататься на лошадях. Но почему-то и здесь мы в этом развлечении поучаствовать не смогли. Это уже Первомайский бульвар, излюбленное место отдыха жителей. Здесь всегда много детей разного возраста, а значит и развлечений для них должно быть в достатке. К сожалению, извозчиков нам встретить не удалось. Сегодня их территорию отвоевали голуби. Но все-таки мы нашли подтверждение недавнего присутствия здесь лошадок. И поэтому можно сделать вывод, что в 21 веке развита сотовая связь. А значит, все предприниматели в курсе, что администрация города проводит масштабный рейд по местам, где катать на лошадях запрещено. Светлана Доброхотова, Денис Лосев. Другие новости. Что ж, получается, и тогда, в сентябре 2017-го, и сегодня, в мае 2018-го, все отлично, лошадей нет, а значит, и нарушений нет. Есть еще одно значимое обстоятельство. На эти дни, когда снимались сюжеты в городе, был запланирован рейд по местам катания на лошадях. Значит, сарафанное радио работает неплохо. Нарушения заканчиваются ровно тогда, когда о теме начинают громко заявлять. Этот факт подтверждают и отзывы в комментариях. Днем на своих страницах в социальных сетях мы спросили: а когда и где в Ярославле вы последний раз катались или видели лошадей? Оказалось, что еще в начале мая бизнес работал бесперебойно. Вот что нам написали. Фото нет, но в первых числах мая Утюза видел. У нашего садика 110 на Подвойского 7Б очень часто около 17-18 часов бывает. На Брагинских Очках по выходным лошадка с колокольчиком. Я гуляю Утюза с детьми, и запах конского навоза там невыносимый. Считаю, что это не гигиенично. Должны быть специально оборудованные места. Если с лошадьми вопрос решен, да и штрафовать предпринимателей, думаю, не составит труда, конечно, не объявляя о рейдах громкоговоритель, то с владельцами собак сложнее. Как поймать нарушителей, не убирающих за своим питомцем, и главное, кто это будет делать? Пока мэрия решила подойти к вопросу более гуманно и организовать площадки для выгула собак. Всего 39 в каждом районе города. Важно, что от жилых домов такая площадка должна располагаться в 25 метрах, а вот от мест отдыха или спорт площадок в 40. Сейчас обдумывают вопрос, как должны выглядеть такие площадки. Пока решили только одно – установить как можно больше боксов с пакетами для уборки за питомцами. И вот в других странах площадки для выгула собак очень популярны. Это специально отведенные места, где есть поилки, всевозможные развлечения для питомцев, барбекю для хозяев и даже бассейны. Ну а мы пока вышли на улицы города и решили спросить у ярославцев, готовы ли они соседствовать с площадками для собак и местами, где можно покататься на лошади. Давайте посмотрим, что получилось. Зачем собак выгуливать в парке, где люди гуляют? Для собак должны отдельные площадки быть. Цивилизованный мир так делает, наверное. А здесь собак выгуливают. А лошадей? Лошадей? И лошадей то же самое. Народу здесь много. Люди бегают, дети бегают. И лошади тут. Ну зачем? Здесь сделают площадку, вот именно специальную, отведенную, где можно будет гулять собачками. Как вы к этому относитесь? Он у нас и собачек боится. Мы только индивидуально. Все в одном месте у нас там, за парком. Так что это нам не надо. А готовы будете убирать за своей собакой? Убираю всегда. У меня в карманах салфетки. Всегда. Хоть зимой, хоть летом, хоть осенью. Если, конечно, там выберут место какое-то определенное, что оно не будет мешать людям, то есть это будет отдельное место загороженное, то, в принципе, может быть, и нормально. И опять же, если будут хозяева собак убирать за собой, чтобы не было там, как говорится, все мусора, то, в принципе, нормально. Ну, а лошади, в общем, ну, так-то, в принципе, тоже не против. Но, опять же,
тоже туалет, как бы идет запах от них. К лошадям нормально, а к собакам не очень. Почему? Ну, не знаю, потому что здесь вот дети, видите, колясками маленькими еще катаются. Собаки, они же молчать не будут, правильно? Собаки всякие. Если очень маленькие, то да, а если большие, то против. Я против собак. Они везде гадят, и никто за собой не собирает. Так что, простите, я в больницу. Ну, лошади – такое благородное животное. Ну что ж, помните легендарную сцену из «Бриллиантовой руки»? Собака – друг человека. Прошло почти 50 лет, а давний спор между владельцами собак и остальными горожанами остался. Смогут ли его решить, не навредив ни тем, ни другим? И станет ли наш город чище, если лошади будут катать детей только в специальных местах? Все это покажет время, ну а мы подождем и обязательно проверим. А мои коллеги из программы «День событий» уже готовы подводить итоги этой пятницы. Главная тема – 3D-яхта появилась в Ярославле. Это уникальная разработка. Все расскажут совсем скоро, а я прощаюсь. Хороших выходных.